Наконец-то мы дождались огромного урожая яблок, груш и всего остального, что нужно сохранить на зиму. А как это сохранить? Можно делать варенье, соленье, но мы сегодня будем сушить яблоки и груши на зиму. Для сушки яблок и груш мы будем использовать вот такую инфракрасную сушилку. Она занимает очень мало места, очень мало потребляет электроэнергии. Вот такая 50 на 50 сантиметров потребляет всего 100 ватт. И в то же время за ночь мы получим уже сушеные яблоки и груши для зимы. Многие моют яблоки перед сушкой. Но я не знаю, я не вижу в этом смысла, особенно если яблоки с дерева. Они чистые, хорошие, поэтому мы будем их резать сразу. Чем тоньше вы нарежете яблоки, тем быстрее они высохнут. Я режу толщиной 5 мм. Сушить можно не только яблоки и груши, но и весь остальной урожай. Ягоды, фрукты, овощи, все что угодно. Используя данную сушилку, можно сохранить ваш урожай и зимой радоваться витаминам, которые мы получили летом. А в дополнение к сушилке я хочу представить вот такие вот коврики. Это инфракрасные коврики, у них мягкое излучение, излучение, которое дает нам солнце. Оно благоприятно действует на человека, очень мало потребляет электричество, всего 500 ватт. И, кстати, их можно использовать не только в интерьере, но также и в теплицах. В теплицах вечером уже прохладно, наши огурцы и помидоры требуют более теплого воздуха, поэтому можно повесить такой обогреватель в теплицу, и вы продлите сбор вашего урожая. А в теплицу я предлагаю повесить коврик с пальмами. Томаты подумают, что они на юге, и дадут еще один огромный урожай. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание, открылся новый магазин на улице Волгина, 122.